Я бы хотел выделить еще большую патриотическую акцию, которая в прошлом году она называлась «Пять шагов к победе» и проходила на Бульваре Победы. В этом году мы ее перенесли на Красную Звезду, и как раз она будет называться «Красная Звезда Героя». Смысл акции будет 5 тематических зон по 5 годам Победы, где будут различные интересные локации, будут какие-то интересные факты об этом, конкурсы, фотозоны. И приходите, обязательно принимайте участие. И в конце будет такая патриотическая акция, будет размещена огромная звезда из гвоздик. Все вместе, все желающие смогут по контуру этой звезды как раз выложить ее, чтобы очертания были именно в цветках гвоздика. Начало мероприятия будет в 17:00, а завершится оно в 21:30. Сначала пойдет митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориальному огню, прохождение торжественным маршем почетного караула. И потом будет выставка снаряжений, вооружений, будут организованы активные площадки с творческими коллективами Омской области. Большая тематическая концертная программа, и будет с 11 часов большая военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Курской битвы.